телеканал ТВ «Шанс». Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Марина Барташ. А вы художник? Я художник, перформанс-артист и поэт. Расскажите немного о себе, немного больше. Я делаю выставки, читаю стихи, делаю перформансы и путешествую. Марина, я увидела работу, я так понимаю, это ваша работа, вот эта красота. Да. Как долго вы ее делали? Мы делали ее в течение месяца, мне помогал мой муж в конструкторской части, я рисовала. А ваш супруг, я так понимаю, тоже творческий человек? Да, конечно. Скажите, как вам в целом вот вся выставка? Удивительно, я думаю, что это как глаза, как окна разных художников, и они собраны в одном месте, столько, это действительно параллели. Да, я сегодня обратила внимание, смотря всю выставку, обратила внимание на то, что работы очень, действительно очень много разных, абсолютно на разный вкус, и что еще расскажете? Мне нравится, что в этом всем есть гармония, и в этом всем есть любовь, которая распространяется на тех, кто ее смотрит. Марина, а как давно занимаетесь живописью? Я занимаюсь графикой с 4 лет. Ого! Да, спасибо большое вам. Спасибо вам.